Доброе утро! Сегодня 7 октября, 21 год. Вот такое у нас утро. И сейчас мы отправимся в сторону речки. Прогуляемся, возможно, померяем температуру в речке. Никак что-то не можем это сделать. Ну, я думаю, сейчас это мы сделаем. Вот мы и выдвинулись из нашего дома. Пойдем погулять. Идем в сторону речки. Погуляем, посмотрим. Ну да, вниз и вниз. Идем ну, опять и выпадем мимо багульника. Я вот опять что сейчас только увидела вот такую пальму. Дошли вот красота. До этого перекрестка и повернем направо. Пойдем к улице Колораж. Семейному с задней стороны. Ну, в принципе, пройдемся, наверное, по площади у Магнита. Ну и выйдем на Колораж. Это парковка ихняя. Павловский центр. Вот Бургер Кинг внизу есть. Торговому центру Павловский. Бургер Кинг внизу. Да, вот прямо туда. По улице Колораж мы пойдем к речке. А сзади нас остается Магнит семейный. И какую тачку мы нашли. Это только здесь, в Лазаревском. Сейчас ты же пор. Да. Живой. Вот такие экспонаты тут еще ездят. И вот мы подошли к шикарнейшему отелю. Называется Прибой. Гранд-отель. Гранд-отель 4 звезды. Вот такой кипарис тут. Давайте вам покажем. Вообще супер отель. Здесь очень, наверное, дорого стоят номера. Здесь все как в лучших домах за границей, да? Центральный вход такой. Ресторан. И рядом жилье. Ну вот тут тоже жилье сдается, в принципе. Вот в этом домике. Ну и вот тут. Что это стоит здесь пожить? Ну как раз наш подпускник еще, наверное, доплатить будет. Ну, вот я тоже думаю. Да. Это все то, что есть тут. Бассейн с подогревом, хамам, русская баня, финская баня, травяная баня, соляная комната. Прибой. Гранд отель. Здесь уже находится самолет. И вот мы подошли самолету. Такая вот стелочка. Вот самолет взлетающий. Напоминаю вам, что мы идем к речке мерить температуру воды в реке Псезопсе. Красная, белая. Идем дальше. Любимый многими магазин. А нам прямо. Вот в сторону Крабового ущелья мы идем. К жилищному комплексу семейный. Тут уже продаются квартиры, они уже перепродаются. Так вот он выглядит. Шикарнейший, конечно, жилой комплекс. Вот там продается тоже квартира. Собственники уже продают. Конечно, есть такая мечта купить здесь квартиру. Шикарнейшее место. Недалеко от моря. Да. Вообще супер дом. А он еще вечерами светится. Надо как-нибудь туда вечерком прийти и заснять. Вот идем вдоль жилищного комплекса семейный. В основном что продают тут квартиры. И там вот тоже семейный. Идем вдоль такого хозяйственного рынка. Сантехника, сварка. Смотрите, какой сидит тут. Это продавец такой этого дома. И пришли к магазину Агрокомплекс.
магазин правильных продуктов. Сейчас зайдем, посмотрим, что там продают. Удачная куриная. Финский сыр вилат. Шей. Сабля грудинка с костью. Свиная. 52 рубля. Филет. 428. А мы за 190 в сырном доме. Почему-то цен нету. Вот это. Агрокомплекс делает. 63 рубля они. Сейчас косточки постановлены. А соль красная. Вино яблочное. Вино колбаса. Шоу. Такая курочка классная. Ее на гриле пожарили. Шашлык такой. Красный соусе. Очень вкусный. Брали в прошлом году. В этом году еще пока не брали. Нет, не в прошлом году, а куда? В мае. Ведро стоит 160. Сыр, он сейчас по акции 129. Голландский, российский, костромской, гауда, тильзитер, рудам, ментальский. Христианская, традиционная. 25% жирности. Ваша вот мацони, кстати, очень вкусная штука. Маринет, простокваша, йогурт. Пломбировый, сладкая вата клубничная. По нашей карте 32 рубля будет. Творожок. 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 Сырочки. Пломбир на сливках. Так, закупились мы в агрокомплексе. Сейчас покажем, что получилось. Вот, купили вот такую колбаску. Она очень у них вкусная. Мы просто вообще балдеем от нее. Да. Вот это вот есть с жирком, а есть без жирка. Но вот это с жирком вообще прямо супер. Вот такой батончик на 285 рублей у нас. Но она, это, по-моему, по акции, которая. Да, не по акции, а по карте. По карте, да. А, вот по карте у нас еще сыры. Это у нас сыр Гауда, он всего 113 рублей вышел. И сыр у нас Эдам. Тоже 113 рублей вышел. И еще купили баночку оливочек. Попробуем вот эти вот их местные там. Все, у нас, в общем, сумма покупки вышла 575 рублей. Опять живем, ребята. Угу. Ставим лайки. Идем дальше на речку. Ну и вы с нами. Куда вас девать? Конечно. Что тут только нету. Томатики. Все бесценное. 340 наши любимые томатики. Яблоки. Арбуз очень вкусный. Ну да, обычно. И вот это вот тоже. Очень вкусно все. Вот такой вот рынок. И мы турши купили. Под названием Тащан. Покажи туршу. Турши? Это вот так вот. Вот турша. Быть в Лазаревском и не попробовать туршу — это преступление. Да. Это очень вкусная штучка. Такие разносовые. Вот это очень вкусная колбаса, банкетная. Ну, придем потом, поезд возьмем. О, смотри. Вот это да. Такой длины колбаса. Такой длинный. Слоистая. Я сейчас не беру, я буду палками фотографировать.
фотографируется. Я говорю, понятно. Вот такой длинный. Сейчас, конечно, мосты потом. Да. Возьмем вон кусочек. Вот, наш да, любимый да, паштет. А это утка, наверное, да? Приморилась? Ну, не приморилась, сижу вообще, считаю. Так. Докторская. Такая вот уже картиночка. Такие оливки. Какие-то розовые, зеленые, рассолы разные. Вот такие баночки. Турция популярна нынче. Как называется? Вяленые? Вяленые. Кстати, ага, можно попробовать. Вот такие есть. О, есть в вакууме. Кстати, вакуумы прикольные тоже. Покажи там, что там. Турецкие яички. Ага. Надо вот такие попробовать. Кстати, вот мы брали, Вова, помнишь, брали мясо такое, а тут 250 рублей, язык такой, очень вкусный, кстати. Вообще супер вкусный. А, жилье. Ага. Вот такие цены. Это Италия. Это Италия, она жилье. Прямые поставки. Вот такое. Какая маска. Большая. Пахнет так вкусно. Мясо привозят. Утки вот такие. Ну, мясное все. А паштет, сало. Это утка копченая? Варено копченая. А паштет, сало, все домашнюю колбаску. Это паштет. Петля называется. Она ветчинно рубленная, да? Да. Ветчинно рубленная. Вкусно? Обалдеть. Да, вообще. Можно остаться жить. Вот такими вот. Потом покажем вам еще фоточки. Вообще супер. Да. Еще сюда вернемся и не раз. Причем в этом киоске мы постоянно покупаем. Постоянные покупатели. Кстати, вот здесь мы тоже сюда приправы покупаем. Пока нам рано приправы покупать. Потом еще зайдем. Да, ну все, идем на речку. Сеть вот рыбный гастроном «Океану» дома закрыли. Так жалко. Там были такие вкуснецкие продукты. Ну что поделать? Они, наверное, весной снова откроются. Идем в сторону речки. Вот, закупили полную сумку продуктов. Колбасок в основном. Сырочка. Ну, давайте пойдемте Вова с нами. Спрашивает у Алисы, что это за дерево? Ель сербская. Вот так вот. А мы идем вот вдоль вот этого спорткомплекса по вот этой вот дорожке. Кстати, идем вдоль вот этого детского сада. Сейчас вам покажу. Смотрите, какие детские площадки. Вот это вот сам детский сад. 4 корпуса, нет, 5. 5 корпусов. Тут мечта просто для родителей, чтобы их ребенок ходил в такой детский сад. Ребятки дошли вообще до речки. Супер. Вот таким путем мы спустились к речке. Ну что, Вова, пошли искать речку? Пошли искать. Она где-то вот там впереди. Вот по таким камушкам. Здесь тоже недавно лилась вода, потому что была речка очень-очень наполнена. Ну сейчас найдем. Ребята, мы дошли до речки. И вот она вот такая. Очень наполненная, но уже прозрачная, утекает в море. Берег маленечко изменился, но здесь всегда все меняется. Любуйтесь. Сейчас померяем температуру воды.
Температура воздуха на данный момент 24 градуса. Вова пошел мерить. Главное, сам не нырни туда. Как будто удочку такой, опа. Температура большая и маленькая. Давай сейчас большая. Будем смотреть, как быстро отплывает. Нифига себе. Это горная река. Так, ждем. Все в прямом эфире. Всякого обмана. Как у волшебника Сулеймана. Все по-честному, без обмана. Короче, 14,4. Вот где, да, остановился термометр. 14,3. Есть желающие искупаться? Но мы купались в 12 градусов, так что... Так что да, очень быстро. 14,3. Да, вот такая вот река. Ну, в принципе, зачем мы сюда и шли? Еще мы шли посмотреть местечко. Местечко вот мы приглядели. Здесь у нас будут шашлыки в скором будущем. Как бы тут уже все сложено. Мангал, стульчики, столик. Вот такая река. Оставайтесь с нами на нашем канале. Будет очень интересно. А сейчас мы пойдем в столовую. Увидите, в какую столовую. Вот так. Мы идем в столовой. Кто от речки пойдет, вот надо идти вот этой дорогой. Речки. Тут есть вот такая новая Пятерочка. А нам все прямо. Посмотрим. А, это памятник Малышеву Алексею Петровичу. Герой Советского Союза. Эта улица посвящена вот этому герою. Универсальный спортивный комплекс Лазаревский. Вот там улица Малышева. Вот тоже новые дома построили. Такие необычные, необычные формы. А нам прямо. У них такие иголки, шипы прямо. Это у них плоды, говорят, их едят, но что-то мы не рискнем. Вот, тут вот стоит такой, не растет, олеандр. Вот он еще цвести будет, он, по-моему, круглый год цветет. И мы вышли на перекресток к улице Калараш. Вот тут все эти магазины строительные. А нам... Если мы идем от речки, повернуть направо. Перейдем дорогу и пойдем еще метров, наверное, 100. Вот к этим горам, в Крабовое ущелье. Вот этих вот всех магазинов идем до столовой. Самой дешевой столовой в Лазаревске. Улица Калараш, 167Б. И нам на вот этом перекрестке надо повернуть направо. Тут такая арочка, написано 100. Тут идет станция техобслуживания. 100 называется. Вот мы туда заходим. И на второй этаж нам надо подняться с торца здания. Вот такая лесенка на второй этаж. И все, мы заходим в столовую. Пришли в столовую, на столах вот кетчуп, горчица, хрен, соль, перец. Принесли борщ в таких вот кружках больших. Второе. Заказали котлеты рубленые из свинины и говядины с пюрешкой, вот какой-то салатик еще. Всем приятного аппетита, оставайтесь на нашем канале, будет очень много интересного. Ставим лайки, не забываем. Просто фараденза. Попробуй, вкусно? Обалденно.
на реальность мяса. Так ты поближе покажи. Такая мясная, настоящая. Давайте с пюрешечкой ее вот так вот. Дай как-то ее. Рубленая, действительно. Бомба. Котлета бомба. Как домашняя кухня. Да, что? Все очень вкусно. Так, лайк. Лайк. Котлета вообще офигенная просто. Обалдеть, крупный фарш. Угу. Очень вкусно. Всем советуем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будете знать очень много всего интересного. Оставайтесь с нами, вам будет вкусно. Берите вкусняшки. Наш канал надо смотреть с вкусняшками. С этой столовой. Да, Вова. Наелся. Все для похудения. Нет, здесь такие порции. Реально, как будто с СССР попадаешь. Как бы все вкусно, все так здорово. В общем, лайк этой столовой. Вон этот клоп. Вонючка. Вонючка, но. А здесь еще цветочки цветут. Еще какие-то даже будут распускаться. Вот клопов, кстати, так много. Они ночью съели виноград, говорят. Вообще интересное дерево с колючками тоже. Клен Широсавы. Ух ты, блин, опять японский. Клен японский. Клен Широсавы. Обалдеть, японский клен. А мы идем на остановку улицы Малышева, дом ветеранов. Поедем до дома. А там нас ждут дальше приключения. Там мы пойдем на море. Оставайтесь с нами на нашем канале.